Итак, ребята, сегодня у нас 25-12. И Christmas. Да, вас всех с Рождеством католическим. Первый день у нас из 10, а мы уже 10 дней находимся. Как это называется? Песчаная буря. Ну, трудно объяснить. Вроде бы обзор хороший, но все в дымке как будто бы. Сначала подумали, что у нас просто облака. Что из облаков якобы, солнца меньше. Вот видите, оно есть, но его мало. Думали, облака, наверное. А потом начали понимать. Выходишь на улицу, в глаза какие-то песчинки, пылинки попадают. Во рту трещит песочек. И начинаешь понимать, что это обычная песчаная буря. Вот, обратите внимание, просто как бы и непонятно. Все затянуто. Но это все песок. Это явно не облака, не влажность. Просто песок, поднятый ветром. Прикольно. Да, сегодня ветер. Здесь в городе это, может быть, не видно. Ветра мало, да. Где есть равнина, там очень хорошо ощущается ветер. Да, в Аляхии, наверное, катастрофа просто. Мы направляемся в Дахар. На рынок. На рынок. За бананами. Первый раз за 10 дней мы решили туда пойти днем. Да, первый раз. Ничего не успеваем здесь. Да, время здесь совсем летит по-другому. Спасибо. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.